Именную парковку представители движения «Веловоронеж» отправили в Петрозаводск в знак поддержки аналогичного петрозаводского движения. Парковку установили прямо на газон, причем рядом с ограждением дороги, к которому тоже можно пристегнуть велосипед. Бугага – самая бесполезная велопарковка в мире. Вон та труба как бы намекает, что к ее ногам можно прикрутить сразу два вела, а к двум ногам этой только один.